Церна получил желтую карточку. Первая желтая карточка в сегодняшнем матче. Наказан Маурисио Церна. Напомню, что параллельно проходит Сен-Дени матч двух других команд этой группы — Румыния, Тунис. Тунисцы выигрывают 1-0, к удивлению многих. Удар Андерсона, гол! Сильнейший удар с лёда под перекладину. Ликует Дэвид Симин, ликуют десятки тысяч английских болельщиков на трибуне. Даррен Андерсон принимает поздравления. Даррен Андерсон из Ливерпуля. Вы смотрите, как пробил верхний угол, и Мандрагон ничего не смог сделать. Мощнейший удар. Но вот это тоже один из любимчиков Глена Ходла. Да, я начал говорить о Ширере и вот Андерсон. Думаю, что при любых обстоятельствах, если даже Глену Ходлу придется менять весь состав, то в нем останется вот этот позвоночник, о котором я говорил, Симен Адамс.